Новый год уже совсем близко. Это время чудес и совершения добрых дел. Одним из признаков проявления доброты является оказание помощи нуждающимся. Студенты профессионального педагогического колледжа совместно с руководством организовали праздничное мероприятие для детей с реабилитационных центров города. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовала исполняющая обязанности начальника отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева и Магомед Боров, представитель Московского благотворительного фонда «Свое дело», оказывающего помощь малоимущим категориям людей. Мне очень приятно находиться на вашем мероприятии. Очень благодарен организаторам. Руководство колледжа. Очень приятно видеть, что здесь много детей. Это было задумано для них. Я надеюсь, что они получат большое удовольствие на нашем празднике. Спасибо вам. В свою очередь, фондом была оказана спонсорская помощь в проведении праздника. Как отмечает заведующая дошкольным отделением колледжа Индира Искарпашаева, данная благотворительная организация предоставила для мероприятия праздничную елку и подарочные наборы для детей. Мы активно сотрудничаем со специалистами данного благотворительного фонда. Они участвуют в онлайн-конференциях с нашими студентами, проводят вебинары, обучающие курсы по социальному предпринимательству. Таким образом, они формируют у наших студентов предпринимательские навыки. Почему это так актуально? Вот у нас есть выпускные курсы, которым предстоит в скором времени трудоустроиться. Поэтому я считаю, что это очень необходимо для наших выпускников. Студенты и дети выступили и показали присутствующим все свои творческие умения и способности. Руководство колледжа выразило благодарность фонду «Свое дело» за оказанную помощь и телеканалу «Гелиос» за активное освещение проводимых мероприятий. Для детей с ограниченными возможностями такие мероприятия влияют на творческое формирование, а для студентов способствуют развитию общечеловеческих духовных ценностей, таких как милосердие, ответственность за малого и организованность своей дальнейшей жизни, отметили организаторы мероприятия. Алина Хасанбекова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».